Добрый час, друзья! Это обзор коллекции амулетов для разных задач, включая маятники и парные амулеты, денежные и природные символы и знаки. Автор этой коллекции – юный мастер-художник, зовут ее Аливана. Она создает эти украшения вручную, со знанием дела, с любовью. Посмотрите, какие красивые, качественные кристаллы, маятники. Обычно мы видим маятник вот в таком виде. А здесь в коллекции у Аливаны есть маятники из эпоксидной смолы. Стоимость таких украшений, амулетов и предметов от 300 рублей. Повторюсь, сделаны вручную, и есть очень интересные такие парные работы. Видите, для мальчика и для девочки, для мужчины и для женщины два амулета, которые можно носить, и они, соединяясь, подтверждают ваши чувства, вашу любовь, ваши отношения. Также есть природные такие амулеты, где внутри травы, мох и так далее. Уверена, что любой образ, правильно подобранный лук, можно красиво украсить такими амулетами. Всегда в наличии есть украшения из натуральных камней, есть свечи, благовония, разные алтари, руны, колоды, обучение. И в нашей школе вы можете найти для себя ответы на разные вопросы жизни и украсить жизнь такими авторскими украшениями. Это распаковка. Я провожу на моем YouTube-канале распаковки разных мастеров. Кто-то делает услуги, предоставляет, кто-то создает что-то своими руками. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и смотрите выпуски про изделия или услуги от разных мастеров для того, чтобы проще было выбрать что-то для себя интересное и полезное, красивое. Ну, согласитесь, вот таким кристаллом украсить свой образ, ну, это, в общем, практически универсальная такая вот работа. На толстом шнурочке его трудно будет, конечно, использовать как маятник. А вот, например, просто на шнурочке вы можете легко и комфортно применить это и как украшение, и как брелок, и как маятник, как рабочий инструмент. Ну что ж, друзья, заказывайте. Кого заинтересовало, пишите, пожалуйста. В инфобоксе я оставлю все ссылочки, описание. Найдите меня в соцсетях, и я дам вам ссылочку на автора и на то, каким образом можно для себя заказать такие украшения. С вами была Апраксина Лада. Всем прекрасного дня и увидимся в следующих выпусках. Пока!